«Вырасту и пойду в программисты», уверенно нам заявляет Илья Штанов. Десятиклассник гимназии номер один недавно вернулся из Могилева в статусе победителя областного этапа Олимпиады по информатике. Для парня это уже третий поход на вершину компьютерных знаний, и самое приятное, он стал золотым. Закаленный олимпиадник признается, чтобы достичь высоких результатов одной школьной программы недостаточно, нужно изучать много литературы и трудиться, не покладая рук. Есть несколько вариантов, то есть, ну что, можно сидеть, не знаю, какой-нибудь, учить химию, формулы, можно химикам, ядерщикам, ну, мне по душе информатика. Всего у нас 2 дня по 4 задания. Первые 2 задания у меня пришли с лету за 30 минут, ну и другие 4,5 часа убивал на последние 2 задачи. Один в поле не воин. Народная пословица как нельзя подходит для описания системы подготовки к Олимпиаде. Победа на ней – это кропотливый труд, в данном случае талантливого тандема, в котором одну из важнейших ролей играет преподаватель. А как известно, бобруйские наставники – одни из лучших в республике. Главные успехи – это умные патриоты своей страны. Во-первых, необходимо найти детей, которые бы хотели участвовать в Олимпиадах, потому что Олимпиада – это определенные соревнования. Вот, это дети, у которых должен быть какой-то внутренний стержень, они должны быть амбициозными, у них должна быть, честно говоря, крепкая нервная система, как на любом соревновании бывают срывы. Вот. И дети должны обладать очень хорошей математической логикой. Гимназист – это и высокий статус, и в то же время большая ответственность. Но ребята уже не первый год подтверждают свое высокое звание на городских, областных и республиканских олимпиадах, тем самым прославляя наш город. В этом году команду гимназии представляло 37 учащихся. Из них 24 вернулись с дипломами и поощрительными отзывами. У нас 7 дипломов первой степени, 5 дипломов второй степени и 8 дипломов третьей степени. Наши дети самое максимальное количество дипломов привезли по математике. Это наша гордость. 15 дипломов первой степени, 20 второй, 53 третьей и 14 поощрительных. Всего 102 завоеванные награды. Это результат бобруйских школьников на областном этапе Олимпиады по учебным предметам. Но на этом приключения для школьных звезд не заканчиваются. Дальше ждет более серьезный экзамен республиканский. И будем надеяться, он станет еще более успешным. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.